Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас мы с вами откроем очередной подарок от моего зрителя, ну а по совместительству участника моего клана. Ребят, ни с кем ни о чем никогда не договариваюсь, присылают то, что присылают, поэтому никогда не знаю, что внутри, ну и, соответственно, каждый раз очень сильно переживаю, ну и нахожусь в таком, знаете, нервном ожидании какого-то очень-очень приятного чуда. Причем это ожидание всегда оправдывается вне зависимости от того, что лежит внутри подарка. Вадим Кадашов прислал подарочек. Вадим, спасибо тебе огромное. Мне дико-дико приятно и огромная-огромная благодарность за поддержку в развитии моего канала. Поверьте, без ваших вот таких вот подарочков, без ваших периодических каких-либо по размеру донатов каналу бы существовать было куда сложнее. Поэтому, ребят, кто имеет возможность, пожалуйста, по ссылке в описании бросайте донатик, либо присылайте подарки через игровой магазин, буду вам безумно благодарен. Ну что, давайте будем открывать и посмотрим, что прислал Вадим. Я очень-очень надеюсь, что там будет что-нибудь крайне-крайне приятное. А приятным будет все что угодно. Ну что, открываем. Класс! Просто супер! 5 мистических контейнеров. Так, здесь, честно говоря, такой, знаете... вопрос немножко для меня морально сложный. Открывать с удовольствием или открывать с грустью и тоской? Объясню почему. Дело в том, что на конты мне вообще не везет. Вот прям совсем. Для тех, кто не знает, за 8 лет из платных контейнеров, а мистики относятся к платным контейнерам, мне реально за 8 лет на втором моем аккаунте, назовем его так, то есть не на основном даже аккаунте, мне выпал один танк, который мне вообще не зашел. Короче говоря, контейнеры, ребят, это не совсем для меня. Ладно. В любом случае, Вадим, огромное спасибо за возможность пощекотать нервы и получить что-нибудь годное из этих контейнеров. Ну и давайте будем открывать 5 контов. Погнали. Из первого контейнера мне выпадает... Мне выпадает 50 голды, серебра, господи, я говорю 50 голды. Если 50 тысяч голды, я бы сейчас здесь из трусов выпрыгнул. Так, ну ладно, хорошо, открываем дальше. Очень сильно надеюсь, что будет все-таки мистический сертификат. Нет мистика, ладно. Два открыли, давайте третий. По третьему у нас 200 голды, но уже хорошо. 200 голды, это уже хорошо. Потому что, ну, если прям вообще без голды, ну, было бы совсем грустно. Так, ну что, открываем следующий. Нет мистического сертификата. Остался один контейнер. Не знаю, ребят, не знаю, повезет, не повезет. Блин. Нет, не повезло. Но в любом случае, я безумно благодарен за тот шанс, который был. Это огромное значение имеет для меня. Это значит, что людям пытаются помочь мне развить мою мечту. Канал честных обзоров, на котором вы, ребят, будете видеть исключительно машины такими, какие они есть на самом деле, руками среднестатистического игрока. И будете видеть товары в магазине такими, какие они есть на самом деле. И вот это видео сейчас показывает, что мистические контейнеры — это далеко не... 100% возможность или далеко не самое наилучшее, что можно приобрести в магазине. Не всегда, ребят, оттуда выпадают классные машины. У меня в комментариях под видосами очень часто пишут по поводу того, что мне из мистика выпала та машина или мне из мистика выпала другая машина. Ребят, но поверьте, есть огромное количество игроков, которым из мистиков точно так же, как и мне, не выпадают эти машины. Поэтому, когда вы принимаете решение о том, чтобы приобрести себе машину или приобрести себе мистик, поверьте, лучше берите машину, потому что вы точно берете себе не кота в мешке. Ну и плюс еще вопрос в том, а если этот кот реально. Так что, ребятушки, подписывайтесь на канал, если вы за честные обзоры. Я вам буду безумно благодарен. Ну а Вадиму повторно отдельная благодарность от меня за помощь в развитии канала. Всех благ, всего хорошего, мира и обязательно спокойствия. А главное, хорошего настроения и веры в удачу. Пока-пока.